Уровень жизни людей зависит не только от безопасности дорог, но и от чистой воды. Как ни странно, в 21 веке не все могут получить этот важный ресурс. Например, в Ангарске люди уже несколько лет вынуждены пользоваться жидкостью, поддерживать качество, которое становится все сложнее. Но уже скоро проблема должна решиться. В городе построят собственный водозабор. Сейчас влага в дома поступает из Ангары. Загвоздка в том, что выше по течению реки сливают стоки с предприятий Иркутска. Поэтому воду приходится тщательно очищать, и делать это непросто. Кроме того, механическая фильтрация требует огромных затрат, что сильно бьет по городскому бюджету. Новый водозабор позволит экономить на очистке. Жидкость будет проходить через естественный песчано-гравийный фильтр. Сейчас в технологии очистки воды в паводковый период используется оксихлорид алюминия. Это по технологиям. 20 тонн алюминия, который мы, оксихлорид алюминия, который мы закупаем, стоит больше 500 000 рублей. Надобность в нем отпадет сразу же. Снабжать граждан жидкостью в будущем планируют из подземных месторождений реки Китой. Уже выбран подрядчик для строительства водозабора. К концу года он должен подготовить проект. А вот возведение важного объекта начнется через 2 года. Планируется, что новое сооружение обойдется в 5 миллиардов рублей. Возможно, большая часть средств поступит из федерального бюджета.